Три минуты о загородной жизни. Сергей, я смотрю, вы у меня сегодня как баба-яга с метлой. Зачем она вам? Я вообще хочу тебе ее дать. Вот после этой посадки, посмотри, моя клубничка или земляничка, или что это? Вот как ты думаешь, что это? Это клубника, насколько я помню. Насколько ты помнишь неправильно. Потому что это земляника садовая, а клубника растет в лесу. Зачем веник? После сенокоса видишь, как некрасиво. Ну, помети чуть-чуть, приведи все в порядок. Я пока здесь потусуюсь. А вы мне рассказываете интересные истории. Я тебе... Есть, когда я наконец-то... Ну, я думаю, что есть мы ее будем, наверное, скоро. Посмотри еще одну вещь. Все-таки агроспан – это безумно хорошая штука для почвы. Вот опять мы, смотри, поднимаем шпильки, открываем. Смотри, здесь почва невозможная, здесь невозможная. Здесь вон она, у меня рука уходит совершенно спокойно. Вот сейчас середина июля. Что нужно делать, чтобы получать отборные вкуснейшие ягоды? Ну, во-первых, нужно на самом деле заниматься. Ей-то вот при таком уходе практически не нужно. Ты видишь, сорняков нету. Ягодки все будут чистенькие, они не будут лежать на земле. Усы, которые наша земляничка будет выпускать, они будут все под контролем. Усы, первые два усика, они как раз женские. Вот они и дают большие клубничины, большие ягодки. А следующие, которые будут дальше, они дают мелкие. Через... От садоводов я слышала вот это вот изречение, что ли, усы подстригать. То есть вот сейчас они пошли, их нужно подстричь. Можно отстричь, если вам не нужен посадочный материал. Если не нужен посадочный, отстригите усы, высушите и заваривайте в чай. Если нужен посадочный, если нужен посадочный материал, значит, нужно этот ус оставить, пусть он себе растет. Потом мы возьмем пластиковый стакан, наполним его землей. Этот ус посадим в пластиковый стакан, который будет стоять здесь рядом. И таким образом мы получим посадочный материал, не сходя с этого места, совершенно хороший, с хорошей корневой системой. Ну и последний вопрос, который интересует меня лично. Скажите, сколько с этой грядочки небольшой вы собираете ягод? Ну, начнем с того, что вот эта грядочка первый год. Я не уверен, что здесь все правильные кусты, потому что я пересаживал с запущенной плантации. Тут, очевидно, есть мелкие ягоды. Но мы эти кусты будем удалять, из хороших больших кустов будем как раз пересаживать то, что нужно. Поэтому эта грядка в разработке, она даст мне нормальный урожай только в следующем году. А сейчас посмотрим в следующих программах. А вот еще преимущество вот этого агроспана. Вот смотри, насколько прикольно поливать. Смотри. Все утекло в те дырки, куда нужно. Не зря я ей веник в руки дал. Все-таки женское начало в ней присутствует конкретно. Навести порядок главное. Ну, а у меня порядок на клубничной грядке уже наведен, потому что ни одного сорняка, все вполне растет и радует глаз. А через какое-то время, может быть, через 2-3 недели, я не знаю, мы уже будем лакомиться земляникой садовой. Три минуты о загородной жизни.